В нашей редакции у моих коллег уровень юмора настолько высокий, что шутки про белую спину или бумажку с надписью «Пни меня» являются эталоном. Но благо уже скоро 1 апреля, или проще говоря, день смеха, юмора или день дурака. Пользуясь случаем, я вооружилась микрофоном, камерой и оператором для того, чтобы прямо сейчас у случайных прохожих узнать, как они подшучивают над своими друзьями. Скоро 1 апреля. Скажи, как ты обычно прикалываешься над своими друзьями? Я обычно говорю, что я приду на пары и не прихожу. В прошлом году я соседу тапочки приклеил к полу. Ну, в этом, не знаю, придумаю что-нибудь поинтереснее, наверное. Вообще никак. Просто надо мной прикалываются и все. Да не вру я. Честно, у меня у бабушки день рождения, поэтому я не думаю о шутках и так далее. Ну, это скорее время поднимать тосты за нас, дураков. Так что нет, мы собираемся за круглым столом, все дураки этого города, вот, отмечаем и празднуем, обнимаемся, такое, я плохо шучу на самом деле, надо мной все шутят, я обычно бываю таким объектом для шуток, вот, и со мной проделывают всякие прекрасные штуки, наверное, и в этот раз ничего не достанется, вот, ну, закончится все равно обнимашками, как всегда. Обычно я говорю всем, что у них спина серая, ну и все. Им заходит? Нет. Ну, если честно, обычно не шутим. Бывает такое, что присылаем друг другу какие-то смешные шутки просто в сообщениях, а так обычно не шутим. Говорю, что у них рассада упала на балконе. У нас каждый день 1 апреля просто. Мы уже не придумываем никаких шуток, потому что мы каждый день над ними угораем. Ну что, друзья, по результатам нашего соцопроса мы пришли к выводу о том, что уровень юмора прохожих практически ничем не отличается от шуток нашей редакции. Поэтому не будем изменять традиции. Учитесь в юмор, господа.